А что касается, вот я сейчас ездил в Израиль, там 3 недели, мой друг Юрий Шкин там написал замечательную меня пародию, на котором я закончил первое отделение. Заранее говорю, что диски, книжки, фильмы, все там, после второго отделения все автографы получат. Пародия очень жестокая и тоже носит явно старческий физиологический характер. А вы ее тоже не знаете? Перекаты. Дело в том, что нас с ним называют патриархами авторской песни. Ну вот, и поэтому так он и написал. Мы патриархи, послать бы нас по адресу. Мы недомерки и перестарки, что и до по одному внизу. Мы недомерки и перестарки, что видно по нам внизу. Там где-то бабы гуляют лихо с каким-нибудь молодчиком, а у нас камни гуляют тихо по нашим мачеточникам. А у нас камни гуляют тихо по нашим мачеточникам. Богамы зимой и летом детишки в штатах учатся, а нам дойти бы до туалета, а дальше как получится. А нам дойти бы до туалета, а дальше как получится. Уже и зуба во рту не видно, уже нога волочится. И признаваться нам как-то стыдно, что умирать не хочется. И признаваться нам как-то стыдно, что умирать не хочется.